Никогда не видел такого замка. Мне вспоминается один рисунок Тюра. Ему нравилось складывать разные символы в новые руны. Вот это как будто значит... Мир, единение, милосердие и другие вещи. Это я понял. Но как попасть внутрь? У нас другие заботы. Ну, еще раз. Готов? Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Если бы в Вальхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да, он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Напавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Голова и черная рука. Не знаю, никогда тут не бывал. Конечно.
что все так просто. Нет. Может, надеялся. Что теперь? Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи Брока. И Брок там был? Я... Но... Потом обсудим. А эти? Мысль быстрее ветра. Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне. Все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина, и не зря. Пошевеливайся, брат. А, скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Гостям не рады. Yeah!
каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Иди, не думай обо мне. Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Слева!
А что тебя там так задело? Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Наверное, тебе просто нравится поддержка. Он упал! Следи за ними! Второе кольцо наверняка поведет себя как первое. Надо поймать ветра. Просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, ранит она меня или нет, я хочу учиться. Тебе не нравится футбол, а мне может понравиться. Еще проходы. Иду. Я боюсь смотреть. Удачи.
думал, те пилы были страшными. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хатин. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах? Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели, делали. Может, это ее подарок? Смотри, ловушка для ветров! Уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли... Я утонуть! Так, Хати Серебряный гонится за луной. Сколь Золотой гонится за солнце. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано.
Ты молодец. Луна налево, солнце направо. Маркер посередке. Но какой рычаг тянуть? Левый. Средний. Средний. Надо по порядку. Луна слева. Средний рычаг. Луна слева, солнце справа, Рикер в центре. Средний. Левый. Луна слева, солнце справа. Средний рычаг. Средний. Правый рычаг. Правый рычаг. Левый. Средний. Надо по порядку. Луна слева, солнце. Левый. Тяни правый. Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Средний рычаг. Правый рычаг. Средний. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. Тяни правый. Получилось! Утонуть я не могу. Хоть что? Зачем эта большая цепь? Отец, над тобой! Мальчик, останови эту цепь! Как? Я не знаю. Я знаю, что делать. Ее нож? А как еще? Не вышло! Почему не вышло? Ее нож. Знаю.
Зато ты спасся. Это было умно. Готовил для нас Тюр. О, нет! Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя. На будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Дрейва. Пусто. Стой! Руна, ты ее видел? Да. Ты уверен? Уверен. Хорошо. Целься в лицо.
гадина. Но мы же боги. Видал ей побольше. Ха, жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Йорф! Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Лемнос. За окончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А... Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов? Готов. Идем.
А мне понравится быть богом. Мы идем куда хотим, делаем что хотим, а теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Проверим, все ли я понял. Вы с Синдри сделали Мьёльнир. Ага. А потом Тор убил им кучу людей. И что? Просто вы злитесь друг на друга, вместо того, чтобы злиться на Тора. Малыш, ты хороший, но не надо лезть в дебри родственных отношений. Ты же не слышал, чтобы я читал твоему папаше лекции о том, как ему следовало бы тебя воспитывать. А мне, поверь, есть что сказать на этот счет. Прости, Брок, я хотел помочь. Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. Ну, к делу. Клинки теперь так и поют. Не завидую я тому, кто попадет под удар. Скажешь, кто же сделал такую красоту? Я их не видел. Береги себя. Синдри, что я бог? Вот у него рожа-то вытянется. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго, но теперь тебе придется хранить наш. Хм. Я не могу прочитать. Парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Йотунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное — выполнить просьбу твоей матери. А,
Никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. О, а я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных! Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. О, я рад, что все еще полезен вам. Ты вернешься, когда тебе что-нибудь понадобится. Так, куда теперь?